Теодор Херцл. Говори немедленно свою цель визита. В Иерусалиме. Я прошу землю для евреев. Османское государство – это очень большая империя. Сегодня евреи сильно страдают в России, Румынии. Торговать им запрещено, они не могут ни купить, ни продать земли. Кроме как в Османской империи, им повсюду запрещают всякие права. Почему вы не напишете эту правду в газетах? Вы же наоборот. Пишите клевету о том, что османы плохо относятся к евреям. Эти новости выходят в политических целях. Если мы сможем договориться, то все будет совсем по-другому. Дайте им землю в Палестине. Пусть у них будет родина. Как вы знаете, среди евреев есть много богатых людей. Ваш благой поступок не останется без благодарности. Мы закроем все долги Османской империи в Европе. Единственное, что прошу у вас, это продать кусок земли в Иерусалиме. Я и горсти земли не продам, поскольку эта земля принадлежит не мне, а народу. Народ завоевал эти земли кровью. Даже если снова понадобится, мы эти земли снова покроем кровью. Мои солдаты погибли в Сирии и Палестине. В плевне пали один за одним мучениками. Все ушли, чтобы не вернуться обратно, и кровью свои затопили эти земли. Государство принадлежит не чужим, а народу. И даже горсть ее продать не могу. Эту страну вы можете присвоить, только переступив через наши трупы. Я не могу позволить провести операцию на живом теле. Я не позволю построить в Палестине государство. Мы не хотим строить государство. Мы хотим жить спокойно в мире с османами на своей земле. Паша. В центре звезда Давида. А голубая линия, что под ней и над ней, это просто две черты, никакого значения не имеет. Если вы забыли цель, я напомню вам, господин Херцл. Эти полосы Нил и Евфрат. Вы, начертив этот флаг, объявили о том, что у вас свои цели. Вы кричали о том, что хотите построить государство между Нилом и Евфратом. Вот и я сейчас кричу. Пока я жив, такая страна не будет построена. Я предотвращу это. А сейчас уйди с глаз моих. Убирайся, несчастный.